Всем привет! И сегодня мы приехали в Абхазию. Вчера мы приехали в Абхазию. Сегодня я вам расскажу, как я провела сегодня время и как у меня дела и как мы приехали в Абхазию. Вот. А вы напишите мне в комментариях, как у вас дела. Мы приехали в Абхазию, и сейчас мы на пляже находимся. Вот. Сейчас Маша мне будет задавать вопросы. Маша мне будет задавать вопросы, а я буду на них отвечать. Хорошо. Вот тут вид такой на море. Я в море купалась. Так, значит, вопросы. В какой поселок мы приехали? Мы? Новый Афон. Нет, вообще приехали вчера. А, приехали в поселок. Приморский. А сегодня мы гуляем по Новому Афону, да? Да. Зачем мы приехали в Приморский? Приморский на источники. Что за источники? Источники горячие. А зачем мы приехали для них? Чтобы там полечиться. Там горячая вода, соленая. Сероводородная? Да, сероводородная. Там вот. А где мы остановились? На пляже. Нет, вчера. А, вчера мы остановились в первом доме у этой... Флоры. У Флоры. Угу. Так, как тебе на источниках? Нормально. Только сегодня приехали в Новый Афон. Вот. Там, в этих источниках, целая ванна грязи. Угу. Целая ванна. Кто представит, целая ванна. Лечебная грязь, да? Да, лечебная. А это вот. И там ты целой ванной грязи. Да вообще. Там есть и этот. Только там мне не понравилось, что потом мыться под холодной водой. Ну, это просто смывать грязь, а потом-то можно в горячий душ залезть. Да. Так, а расскажи, вчера мы что делали вечером? Вчера вечером мы сделали... Вчера вечером мы разбирали сумки. Может быть, на пляже мы костер? Да, мы вчера на пляже уже жгли костер. Для чего? И делали шашлыки. Угу. Какие шашлыки? Овощные. Да, овощные. Из сыра. Из лукотрянки. И хлеба. А, нет, лепешки еще делали. Да, что-либо делаем. Лепешки на костре. Но они чуть-чуть подгорели. Угу. И был какой-то невкусный вкус. Жены какого-то металла, да? Да. Ну, мы птичкам отдали их, собачкам. Ага. Так, ну что еще интересного у тебя в жизни происходит? Еще интересно. Как водичка по температуре? Сначала чуть-чуть солененькая. Холодненькая? Ну, солененькая и холодненькая. Угу. То есть мало людей купается, да? Сегодня там. Сегодня 3 число, да? Да. 3 июня мало людей купается. Ну, трое. Ну, мы так шли, жарко было, а потом искупались, и как бы стало прохладненько так в тенечке. Хотя... Пятеро, там еще. Угу.
Так, вот там новый Афон, монастырь. Вот. Так, ну что еще? Еще? Ну что еще? Ничего. На этом мы заканчиваем наше видео. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока!